Технострой Олимп. Скидка 5% покупателям с ипотекой. У юных художников появился шанс получить бесплатный билет в Московский океанариум или Кваквапарк. Для этого необходимо принять участие в конкурсе рисунков «Вода – это жизнь», ну и, соответственно, победить. Организатор конкурса ЗАО «Водоканал». Это мероприятие приурочено к году экологии и рассчитано на школьников с 1 по 11 класс. Работы должны отражать следующие темы – разумное потребление воды и защиту водных ресурсов от загрязнения. С помощью данных рисунков и плакатов привлечь внимание подрастающего поколения к рациональному использованию водных ресурсов и их сохранению. Конкурс предполагается сделать ежегодным. Например, 14-я школа выразила огромную заинтересованность. Мы делаем вывод о том, что конкурс пользуется популярностью, это интересно, и его будем делать ежегодно. Работы принимаются до 30 июля по адресу Ленинградское шоссе, дом 53А. А победителей будет трое. Их наградят в родной школе на линейке 1 сентября. Всю подробную информацию можно узнать по телефону на вашем экране. Выпуск продолжит наш специальный проект «Клинопись», посвященный 700-летию клина. Итак, смотрите четвертую серию «Клин промышленный». А я с вами прощаюсь. Всего доброго.